независимость. Поистине, особая страница в истории государства и нации. Многовековая мечта казахского народа, в том числе и моя мечта. 30 лет созидательного пути уже становится историей. Историей моего государства, историей моей малой родины, моего жизненного пути, который был предопределен свыше. Мой независимый Казахстан. Мы связаны одной судьбой и исторической памятью. Растешь и крепнешь ты. Вместе с тобой расту и крепну я. Расту духовно, профессионально и эмоционально. Обогащаюсь каждый день для себя, для семьи, для людей, для страны. Расту и развиваюсь благодаря миру, который удерживается в нашей стране, несмотря ни на что. Мир – это огромный показатель для столь молодой страны, как Казахстан. Что для меня независимость? Часто слышу вопрос. Независимость во мне – это отдаваться своему делу на все 100 и достигать поставленные цели. Независимость для меня – это уважение к старшим, к окружению. Независимость вокруг меня – это достойные люди с высокими нравственными ценностями. Да, идут дни, года. Поверьте, идут очень быстро, а хочется успеть много. За свои небольшие годы усвоила, что мастерство в любом деле – это не случайная удача, не счастливая находка, а систематический, кропотливый труд, часто черновой, будничный, наполненный тревожными раздумьями, открытиями и неудачами. И все это время на протяжении своего пути говорю себе: не ропщи на судьбу, прими и полюби все, что ты делаешь, всем сердцем. Поверь в себя, поверь в других и растворись в этом, потому что твое призвание – нести любовь и радость окружающим. Твое призвание – укрепление ценности трудолюбия и ответственности. Твое призвание – это создание условий для реализации созидательного потенциала каждого гражданина страны во имя светлого будущего. Пусть это светлое будущее будет долгим и успешным. Пусть будет благословенна вечная земля нашего независимого Казахстана.